Свыше 2000 паломников погибли 24 сентября во время давки, возникшей рядом с Меккой. Это число, полученное путем сложения официальных данных о количестве жертв, обнародованных 34 странами, делает трагедию в Мине самой кровавой за всю историю хаджа. Продолжается и поиск пропавших без вести. Этим занимаются преимущественно благотворительные организации. Люди прислали фотографии своих пропавших родственников на тот случай, если у нас появится информация. Наши добровольцы в Мекке ходили по больницам и фотографировали раненых, и мы сравнивали эти фотографии, рассказывает представитель благотворительной организации «Молийцы в давке в Мине». Именно в нее обращаются молийцы, разыскивающие своих пропавших родственников. Сегодня у нас все еще нет информации из Мины, скоро уже месяц, а мы все еще не надели траура, потому что не знаем, нужно ли. Не знать ничего о судьбе своего отца, матери, сына или дочери в течение месяца, не знать, куда обращаться, с кем поговорить, это невыносимо. Это настоящий ужас. Тем временем власти Саудовской Аравии не опубликовали никаких новых данных после того, как на второй день после трагедии признали гибель 769 паломников.